Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Эван, и вы, наверное, спросите, Эван, ты куда зашел, где смотра? А я вам скажу, что это Манокс МТА, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Стоп, 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 кто там решил уже закрывать видос? Не надо его закрывать. Я вам хочу рассказать об данном сервере. Это, можно так сказать, маленькая интеграция на моем канале, так как мне надо средства на новый микрофон, чтобы у вас не болели уши, как вы часто пишете в комментариях. А теперь коротко про сервер. Monux MTA это проект с двумя серверами. На первом вообще все забито, ну типа не забито ни слоты и игроков, но играет очень много игроков, даже вечером, даже когда я сейчас снимал за 3 часа от отъезда, очень много игроков играли. Имущество на первом сервере и дома, и бизнесы все занято, на втором более свободно, там онлайн меньше. Кстати, да, ссылочка на группу ВК и на два айпишника сервера тоже есть в описании данного ролика. Короче, если коротко, это, можно сказать, фейк CCD Planet, и к нему добавлен немножечко Смотры и Радмира. Почему Радмира, я вам расскажу позже. При заходе на сервер вы спавнитесь в SF, вам ничего не дают. Вы думаете тоже, блин, сервер с 90 миллионами бонусов, чё за фигня, где мои деньги? Вам надо прописать в чат слэш бонус, и тогда вы получите 90 миллионов на руки. А потом сможете подойти к банкомату и их положить, так как при покупке транспорта деньги снимаются не с рук, а с банка. Также хотел сказать, что на права вам не надо сдавать, вам сразу весь пакет лицензий доступен. Теперь давайте про работы. Работал, можно так сказать, я на двух работах. Это медик и такси. А на медику, вот видите видос кратенько, я за одного пациента, ну, на Редмире там своя экономика, там 100 или $200 получаю за одного пациента. Здесь я получил 460 тысяч рублей. Плюс-минус там, кому меньше, кому больше. На такси я заработал одним заездом с верхушки, можно так сказать, ну там, где она спамится вечно, к бензовозам ЛВ, за этот маленький маршрут, который можно приехать за минуту, за две, 980 тысяч. А если ехать из ЛВ, вот этой верхушки, в ЛС, вы можете заработать от 1,2 и до 1,4 миллиона рублей. Ну нахер. Отец. Вы просто вдумайтесь в эти цифры, на каком проекте вообще такие деньги дают. Но я понимаю, что здесь вообще другая экономика, это бонус сервер, но такие деньги сразу получить, это гуд прям. Что я могу сказать про дизайн? Дизайн прикольный, они додерживаются одного стиля, можно так сказать. Везде все красные, логотип красный, в F11 меточки тоже красные, но как заходишь в банк, там не красное, а синее. Но это поправимо, там они могут добавить свой логотип. И вы, наверное, спросите, Эвушка, ну хорошо, это типичный фейк CCD Planet, ну удиви хотя бы нас тачками. Окей, сейчас вам кратко покажу все автомобили данного сервера. Я заснял все автосалоны, так что под музычку будет поочередно идти все салоны от Лада до эксклюзивного. Я вам скажу, что в эксклюзивном автосалоне транспорта очень много крутых тачек, на которых нету ни на одном другом сервере. Watch how I build up the team from scratch. Told
better than the red, no match. Ruby and the man, them light up tracks. Who wants in the car, get a body bagged out. Turn the sound, boy, into dust, then ash. Drop flows like bombs in Baghdad. You wanna jump on the wave, then you hit a piece of bit. You wanna jump on this, can't take that. No, we ain't safe, I'm thumping face before I thump fist. Them man a gas, come back a bitch. Run into my boss, now I'm in a piss. Boss man saying that switch. You don't know me like that, how you know me like this? That these men are broke. Could you never see him putting any work in? When I tell a man I'm VIP, I mean a very intelligent person. My brain is like a computer. The firmware's updated to the latest version. Got more than a J on me. When I'm inside the studio, you're murking. Facts. We ain't broke. Everything's working. Same rhyme scheme, but a different version. Still on my job. Still the same person. Man diss me, I'm dead. That's certain. I ain't gonna act like I ain't never heard them. Can't hold back. I'm always up front. Bad man don't stand behind curtains. Bad man don't stand behind. Также, если вам нефиг делать, вы можете поехать переодеть своего персонажа, как это сделали мы, татары за ЗОЖ, хэштег, ну прикольно переодели и т.д. и т.п. Также хотел сказать, что в данном сервере встроены настройки графики. Короче, смотрите, пацаны, мы можем нажать F1, нажать графику, врубить отражение, что у меня уже врублено, отражение, вот, HD-немо можем врубить. Надеюсь, нас не крашнет. Вот. HD вода. Блик фар. Вот видите, сзади. Смотрите, просто нахуй. Авентадор. Блик фар. Дым из-под колес. Окружение. Выключите шейдеры воды. Окей, воду. Шейдеры неба. Опа. Блика фар. Короче, все, походу, вырубить надо. И врубить окружение. И просто топ ENB типа. Но мне кажется, он какой-то немножечко пересвечен. Или я хз, что-то с погоды, но мне кажется, он пересвечен. И краски теряются, т.д. и т.п. И к заключению данному видосу скажу, что этот сервер некий расслабон для обычных игроков с матри и CCD. Потому что вы можете зайти, ввести эту прекрасную команду слэш бонус и получить 90 миллионов. Также можете там немножечко позаработать и купить себе многие интересные тачки. И то покататься, поставить свои номера мечты, посмотреть, как она на тачке смотрится, пообщаться с другими игроками и т.д. и т.п. А на этом все, пацаны. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, вам немножечко понравился данный сервер. Мне он понравился. Можно так порасслабляться. Может, потом даже и стрим здесь запустим. Чисто с подписчиками какие-то конкурсы устроим или т.д. и т.п. Короче, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны. И всем пока.